Всем привет! Сегодня 1 сентября, День знаний, и у нас в Абакане открывается парк Высоцкий. Пока здесь никого нет, мне разрешили как блогеру войти, чтобы взять хороший ракурс. Сейчас мы ждем, буквально осталась одна минутка, все готово. И сейчас будет самое интересное открытие. И мы начинаем нашу церемонию открытия. А начнем ее мы со слов хозяина парка Сергея Гордейко. Аплодисменты! Людей, поэтому каждого отдельно. Ну, перечислять всех не будем, но в общем, это стройка не одного человека. Шли мы к этому очень долго, с февраля месяца я получал различные разрешения. Очень-очень много, в общем, всего прошли, и наконец-то вы сейчас видите то, что перед вами. Поэтому начинаем. Теперь можно перейти к торжественному перерезанию ленточки. Ножницы! Напоминаем родителям и всем остальным, всем взрослым и детям. Сколько желающих сегодня первыми пройти, чтобы избежать травм. Горожане хлынули на экстрим. Дорогие друзья, для вас работают несколько площадок. Это пустый стол, а также фото-зона бани, с которой вы можете спать. Детвору угощают вкусняшками. Ну, каратисты, конечно, самые первые, да, Даня? А ты возьми, пожалуйста, блин, другие девчушки там, вон, зай. Девчушки, приходите. Девчушка, вот возьми. Ох, детворе на радость. Конфеты, печенье, сок. Имя и номер телефона. И после прохождения трассы сбросить его в копилку. А что это? На вторую. Проходит подготовка молодого человека. Страховка, шлем. Все новое. Сегодня будет обкатка нового оборудования. Здесь у нас инструктор. Ну и наши каратисты, как всегда, в первых рядах. Желающих очень много. Даня, лайк. Ты конфету, что ли, еще захрумкал? А то, правильно. Что не нужно выбрасывать чеки, а сохранять их так. Чек не выбросили? Фамилию написали? Номер телефона и после прохождения трассы сбросить их в специально отведенное место. Даня, давай под музон. О, молодец, красавчик. Сейчас еще шлемофон наденут. Будешь как байкер. О, да, не надо вот такие шлема нам на тренировке, да, чтобы не пробивались. Такие лучше всего. Они безопасны. Просто пережить все, понимаешь? На прохождение трассы допускаются дети. Не-не, продолжай. Для YouTube-канала. Какая жизнь должна быть, расскажи нам. Что нужно успеть? Нужно попробовать все. Правильно. Но нужно быть разборчивым, гадости не пробовать. Да, нужно обязательно полазить по такой штуке и... полетать со страховкой, короче. А с парашютом прыгнуть? Ну, с парашютом тоже, но это не для слабонервных совсем. Типа, ну, ты будешь пробовать? Не знаю, может быть, возможно. Здесь какой у тебя уровень? Первый, второй, третий? Третий. Ты мне будешь сегодня на YouTube-канале. Я была уже просто на такой штуке, на третьем этаже. Ну, ты не была на моем YouTube-канале. Хорошо. Ну, ровно 120. Что вы говорите? Попробуем. А второй карабином криво перестегиваю. Дошел до пластиночки, отстегнул, перестегнул и дальше пошел. Давай, спускайся. Спускайся. Снимешь вот этот ролик. Пристегнешь за трос металлический. Да. Да, и смотри, чтобы она у тебя сработала обратно. Вот это колечко закинешь сюда. Место ролика.
А кольцо самостраховки накинешь вот таким образом. Ага. И спустишься. По команде инструктора. Ты хорошо? А, если я переживаю на протяжении всего этапа, мы будем тебе подходить, помогать. Хорошо. Родители, вон туда иди. Родители. На ту сторону? Да, на ту сторону. Ну что, Даня, круто? Да. Итак, мы с вами видим уже первый-второй этап. Проходят у нас ребятишки. Кто помладше — первый этаж, кто постарше — второй. Ну и я жду, кто полезет. Друзья, у нас на третий этаж. Чек нужно сохранять. У нас будет розыгрыш трех сертификатов. Ну, дети довольны. Бесплатное посещение трасс. Вам нужно сохранить. Да на карачки вставай и бегом ползи. Да, не держался, здесь держишься. Да, на всякий случай. Да ладно. Вот хотя там было не очень удобно, здесь удобнее. Ну, так ладно. Там на верхней проходила. Здесь, на нижней. Аккуратно. Дорогие друзья, просим вас соблюдать меры безопасности и не заходить за таблички. Легко, тогда бегом. Я просто время увеличу, чтобы было веселее. Ну правильно, логично. Хорошо, когда дети соображают. Лучше, чем мы. А ты наверх перелезь на третий этаж сразу. Сможешь? Ну, нельзя. Вон, смотри, как по веревкам идет на втором этаже. Да? А, ну да. Мы договорились. Дорогие друзья, парк Высоцкий – первый парк активного отдыха в Хакасии. Для вас приготовлено три трассы разного уровня сложности. Легкого, среднего и профессионального. Так долго настраивалось. Тут не хватает тропинки асфальтовой. А так сюда нельзя заходить. Нам разрешили? Догнать хочет. Ты что, Даня, посикал, что ли? Или это слюни капают? Это там из-за дождя. Даня, хватит слюни плескать. Это дождь. Да какой дождь? Я же вижу, он у тебя течет. Страх-то какой ужасный. О, смотри, как поехал. Ну, круто здесь, круто. Даня, ну ты наплескал. Ну потому что здесь круче, чем все эти парки. Которые в городе? Ну, да. Тебе надо в Таиланд съездить в парк. Вот там парк, так парк. С 56 этажа прыгнуть хочешь? Я прыгал. Хочу попробовать. Ты можешь посмотреть, у меня на YouTube-канале есть? А мы еще раз напоминаем о розыгрыше трех сертификатов на бесплатное прохождение трасс по чеку. Дорогие друзья, не выбрасывайте. Ну это же легкий уровень, изи. Ты зато посты наверху, что будет потом на втором уровне, у тебя, видишь? Че ты падаешь? Я не знаю. На втором этаже? Следующее интересное, но не сложное. А, так у тебя, Даня, уже все. Ты можешь ради прикола назад уйти, сказать, что что-то я не понял. Они скажут, иди опять назад, иди туда-сюда три раза сходишь. Что же такая? Ну я бы не хотел сейчас там быть.
Подтягивай вон за трос себе скамейку. Качелю. Допрыгивать надо до нее. Вот сверху трос, видишь, подтягивай. Да, садись и едь. А руками за трос будешь тянуться и сюда ехать. Сюда, сюда не заходите, сюда не заходите. Не ходите, не ходите туда ругаться. Я туда, я туда пройду, можно. Да, там как две грибы. Друзья, ехали сюда. Увлекательные конкурсы с призами. Парка. Нилкина может получить и выпить, обращаться ко мне. Все, на второй круг давай! Ну и наконец у нас пошли первые ребята, которые выбрали самый сложный путь. Там пока поднимутся с этот карабин, будет раз 20 перекинуть. Ну и ребятишки аж в очередь. Собралась огромная очередь на прохождение трасс. Ну что ж, давайте узнаем, у кого какие ощущения. Так, колечко красненькое протаскивай. Карабинчик отцепи. Самую высокую не страшно? Нет. Очень здорово, очень здорово. А вон уже двое человек проходят ее. Просто он мне только мешает. А вы, допустим, да? Очень здорово. Друзья, напоминаю, а те, кто очень долго стоит, очень кому еще долго стоять, приглашаем вас на всякие разнообразные конкурсы, веселые с призами. На третьей скорости парнишка бежит. Оп. Давай, давай, Рина. А, мои селеночки. Тяни, тяни! Можно просто по краешку пройду и все. Давай! Пога! Таня, все, не выдержит. Что, это сложнее трасса? Ну да, посложнее первой, но она чуть-чуть. Но она дальше еще. Ой, прям. Ну да, я вижу. Я
трассу допускаются дети выше 120 сантиметров, вне зависимости от возраста. На трассу не ты, главное, трос не порви! В состоянии алкогольного или другого опьянения. Любая трасса. Учитесь профессионалу. Так тут, наверное, еще никто не ездил. Увидите, а я умею. Парк Высоцкий. Дарим только позитивные эмоции. Так вот за трос, вот за тот тяни, подтягивай. О, хватай. Ну, там что, лесенки никакой нету? Нет. Ну, подпрыгивай, значит. Подпрыгни, Тата, этот трос подтянуть. А вон та болванка. Да-да-да. Вон та висит. Во! Все. Вот она висит, вот за нее, наверное, надо. Все, тянись. Так ты двумя руками. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Во! Страшно. И сразу второй ногой, вторую доску. Во! Этот мост мне это вот прикольно. Попробуй раскачаться. Самое последнее, это когда ты покатишься далеко. Даже вот такие вот малявочки могут спокойно проходить дистанцию. Очень интересно. А, ты хочешь начать изучение парка постепенно, верно? Закаляться. Закаляться очень здорово. Надеемся, что у тебя все получится. Итак, следующий вопрос. Сколько этапов прошла? Вот так просто классно. Вот так здорово. Ощущения самые классные, потому что парк Высоцкий дарит только классные ощущения. Не забываемо, верно? Да! Особенно верно, здорово. Итак, ребята, следующий вопрос. Вы готовы? Ничего, да ладно! Здорово. А вы знаете о конкурсе? Надо роди меня обратно. На асфальте. Не влезешь! Уже что-нибудь нарисовали? Нет. Можно я просто пройду? Нет, нет. Не, давай едь! Мы ждем, чтобы ты что-нибудь такое необычное получилось. Нам нужен контент для Ютуба. Страшно! Ну это же контент! А снимите? Давай! Он съехал! Друзья, напоминаем, что у нас еще. Ну что ты? Сломала уже, да? За руль держись! За руль! За руль! Двумя руками, не бойся! И крути педали! Так, ребята, вы поэты? И посиди руль сначала! Крути педали! Что, сдулось, что ли? Все, слазь тогда. А сейчас, ну что, я деньги плачу? Жадность. Ну, слушай, я, говорит, умру, да, но деньги я отработаю. Кого больше очков? Очки. Больше всего ответов, по-моему, было 4. Ну давай, давай, быстрее, уже велик сломаешь скоро. Ты получаешь сладкий приз. Ты просто за веревку не держись, руки держись. И вот сначала здесь сядь, посиди на нем. Попробуй как педали, попробуй. Держи. Дальше земли не упадешь, не бойся. Вы так хорошо поддерживаете. Да, я тебя поддерживаю. Тебя вообще трос поддерживает. И позвоночник всю жизнь, и родители. А остальным всем плевать.
Ну что, ты долго будешь мучить лесопед? Да. Добрый день. Скажите, купите ребенку велик. Посмотрите, или вы собираетесь проходить трассу? Просто я посмотрите, ну, как вам зрелище нравится? Человек. А кто на что просил вас? Ну так тут еще на велике никто не ездил. Здорово. Грамотное распределение. Младший на самой низкой. А как ты его обходить будешь? А вы? А, вы свои, здорово. Девчонки, а вы собираетесь лезть на трассу или вы тоже просто посмотрите? Не сегодня? А что так, не достроились еще? Ну что, здорово, наблюдайте, принимайте опыт. Трусиха! И даже самые маленькие. Да не тебе! Тебе попроще скажут. Мы ждем. Мы тебя ждем. Друзья, после того, как вы купили билет, не забывайте сохранять чек до конца трассы, а также написать на нем имя и номер телефона и сбросить коробочку, которая находится на столе. Читерством занимаешься. Под этим чеком будет разыгрываться 3 сертификата. Я надеюсь, ты посмелее? Нет, я, говорю, там останусь, да? Рисунка про парк Высоцкий. Ждем еще участников. О, ну эту штуку я проходила. Ты ее пройди сначала. Да-да, правильно, Арина, вот так, да-да. Не-не, посередине наступай, будет веселей. Да, не слушай. Будет экстремальней. Ну, в общем, конвейер здесь работает отлично. Ой, трассы, потому что она сложнее. А, ты тоже прошла трассу? Ты какую трассу проходила? Первую трассу проходила? Ну что, как ощущение? Страшно, высоко? Ногами или руками, или зубами, чем хочешь, так и тяни. Руками вообще тянут. За трос прям. Серега! Садись на велосипед сначала. Или у тебя такая же проблема, да? Не бойся. Еще дальше земли не упадешь. Давай, едь уже. Да-да, все зацеплено, не бойся, не упадешь. Поехали! В другую сторону, поехали! Все, газуй, давай вторую включай сразу. О, молодец, пошла! Тебе еще вернуться надо, велик сделать. Крути педали-то. Вот трос сверху, который висит, его надо дотянуться. Да, до него. Подпрыгивай. Последняя потратила, да? Все, сегодня ты на Ютубе. Ура! Билет, напоминаю, если вы хотите пройти трассу, можно купить на столе возле фотозоны. А также, после прохождения трассы, не выбирайте его, а напишите вам свое имя, номер телефона и сбросить специальную коробочку. У вас появится возможность... По сравнению с тем, что там. Ну давай. Это страшнее, чем велик. Тут ты можешь упасть.
спасибо вам. Ева, Дарья. А что ты села? Ты вставай. Во. И раскачивайся влево, вправо, влево, вправо. Есть кого, да? Попробуй на трассу повисеть между этих. Да ну. Руки отпускай. Музычку нам. Здорово, раз игра нравится. Так, родим, родим, родим. Три. Мы с тобой не сразу близко друг к другу, ходим как хотим. Вот, здорово, здорово. Три. Тебе не хватило. Как у вас ощущения перед финалом? Отлично. Отлично? Готов победить? Да. Как думаешь, вообще выиграешь или нет? Надеюсь. Надеюсь, очень здорово. А ты что думаешь? Мне немного как-то страшновато. Страшновато? Чувствуешь конкуренцию? Да, да. Здорово, ну что ж, удачи. Готов победить. Вот, сразу, я еще ничего не спросил, а он уже готов победить. Вот. А, один. Дальше бродим, 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 не останавливаемся. Один. Молодцы. Ну что, как ощущения? Во, все эмоции. Нет, там оставила, да? Мои эмоции, это просто шикарно. Это классно очень. Это самое лучшее, что было в этой, в твоей жизни? Или что-то было еще более экстремальное? Я прыгала с такой же в Новосибирске. Ну, с похожей, с высоты летела. Только там меньше летишь, на выше. А, да, ну здесь получается длиннее, дальше? Длиннее, да. Ну, а в целом, ощущения? Вообще офигенно. Классно, самое клевое. Можешь поздравить с началом учебного года. Да, всех поздравить с началом учебного года. Удачи вам выжить в школе. Все. А вот столько сегодня желающих. Целая очередь у нас. Все, кто хотят пройти. Почему парк называется Высоцкий? Он высокий. Высокий. Он высокий. Это фамилия человека. Это фамилия человека, ну я думаю, ассоциации немножко другие. Вот. Первый молодой человек был прав, потому что он высокий. Ну, формулировка не совсем та. Ты тоже кричала? Молодчинка. Нам нужно всем встать за мной. Папа, ты где? Забери круг. Все встали за мной. Да, похоже очень на паровоз. Итак, а теперь развернулись ко мне. Итак, ребята, стоп, нет, не идем. Сейчас конкурс на внимательность. Все считать умеют? Да! Итак, смотрите. На каждое число четное мы говорим Высоцкий. То есть, смотрите, например, 2 это четное число? Да. 4 это четное число? Да. А 3 это четное число? Нет. Нет, конечно же нет. А 6? Да. Высоцкий. Вот, да, да, да. И получается, идем так. 1. Не Высоцкий. Нет, ладно, попробуем на другом человеке пример показать. Один. Высоцкий. Вот, верно. Смотрите, вместо четных чисел вы говорите слово Высоцкий. То есть один вместо два. Высоцкий. Три. Высоцкий. Пять. Высоцкий. Нет, давайте тогда, чтобы на три делятся на три. Вот, готовы? Да. Высоцкий. Три. Высоцкий. Ошибочка вышла. Так, ошибочка немножечко вышла. Четыре, пять, Высоцкий. Вы должны будете говорить Высоцкий на каждое третье число, но вы должны на каждое, то есть, ну как, на... Да, и вы должны отвечать без пауз. Вы готовы? Начнем с меня. Я начну, но потом вы будете между собой. Готовы? Один! Два! Так, лодка... Тихо крутишь ногами! Готов показать свой рисунок? Показывай.
Так, ты не можешь найти свой рисунок? Вот, ага, это вот твой агроарка, город Высоцкий, да? О, соображаешь? Здорово, очень отлично. Да перепрыгивай, да и все. Креативно и красиво. Мы посмотрели еще один рисунок. Друзья, еще не поздно взять мелок и показать свое мастерство и выиграть приз. В общем, отличный парк Высоцкий. Здесь можно пройти всей семьей, отдохнуть. На заднем плане есть две беседочки, где можно будет посидеть, что-то перекусить. Различные кафешки у нас тут есть в парке, поэтому сюда можно прийти и очень хорошо провести время в адреналине, попробовать свои силы. О! Мимо кто-то пролетел. Готовы? Очень здорово, всем рекомендую. Подписываемся на канал, ставим палец вверх, комментируем. Полетели дальше. Готовы?